Всем доброе утро. Очередной сбор. Это вторая волна. Они, конечно, растут слабенько сейчас. Хотелось бы побольше, но все равно я вам должен все показать, потому что нужно насобирать 3 килограмма 600 грамм. Уже собрали 2 800. Ну и вот такое вот количество сейчас наросло. Вот эти большие, это тот, который вон, я вам показывал, он растет не на компосте, а на этом, на пленке. Помните, он такой начал расти. Вот, видите, какой ножка тоненькая, потому что держалась за пленку. Но потом в него вросло столько рифов, мицелия, что, короче, ему хватило. Они мощненькие такие. Ну и вот эти два тоже хочу выкрутить сейчас. Потому что, и знаете, первая волна были такие, они как бы помягче, что ли. А эти такие... Такие прям толстяки, вот какой огромный и закрытый при этом. Прям красавчик. Вот так. Оп. Видите, какие красавчики. 3. И вот этот хочу достать. Их бы нужно выкручивать, но его не выкрутишь. Во. 4. Давайте вот этот сорвем, потому что он уже очень хорошенький. 5. 6. Все. А теперь сейчас взвесим. Ну, я думаю, вы смотрите ролики. Было 2 800. Сейчас взвесим и узнаем, что получилось. Вот так. Весы на нуле. И складаем грибочки. Огромные какие. Ты видишь? 200 грамм, 2 гриба. Оп. 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 Вот так. Раньше из грибочков почти полкилограмма. Было 2 800. Теперь, ну, вот эти 50 грамм не считаем, 3 200. Те, кто говорят, проще купить, я уже который раз об этом, ну, показываю, рассказываю. Ну, купите, если вам проще. Мне нравится. Мы вчера жарили картошку с грибами и с квашеной капустой. Кстати, капусту мы уже съели, нужно новый наквасить. Да, 3-литровую банку на троих. За неделю, да? За неделю съели. Так что буду квасить опять капусту. Очень вкусно. Жареная картошка с грибами и с квашеной капустой. Ладно, ребят, получается, запоминаем 3200. Ждем дальше. На 1000% уверен, что больше грибов, чем стоимость брикета, нарастет. То есть, как бы, ну, а сами уже решайте, кому что проще. Все, всем пока-пока. Какие красавчики. Какой огромнейший.